Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в республиканский бюджет на 2020-2022 годы. Президентом подписан закон Республики Казахстан о внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан о республиканском бюджете на 2020-2022 годы. Также главой государства подписан закон Республики Казахстан о внесении изменений в закон Республики Казахстан о гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2020-2022 годы. Согласно поправкам, увеличение расходов республиканского бюджета на 2020 год осуществлено на общую сумму 500 403 563 тенге. Вместе с тем, расходы бюджета оптимизированы на общую сумму 295 762 960 тенге.